принципе, каждый выход в адрес вообще такая сплошная неожиданность. Ну, бывает, люди там и плачут, и психуют, и что только не делают. Ну, в общем, я даже не знаю. Наверное, нет таких случаев, которые бы не запомнились. Каждый раз все неожиданно очень происходит. Главная задача судебных приставов – обеспечение охраны деятельности судов и исполнения судебных решений. Сейчас в поле зрения службы более 1,5 миллиона должников, а общая сумма взыскания – 17 миллиардов рублей. Судебными приставами Пермского края применяется полный комплекс мер принудительного исполнения. Например, мы очень активно используем такую меру, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Опыт и практика показывают, что данная мера довольно-таки эффективна, и как только люди узнают о том, что они не имеют права выехать за пределы Российской Федерации, они тут же идут и оплачивают свои долги. Российской Федерации и закон Российской Федерации. Честно, добросовестно.